Премьера в Казахском музыкально-драматическом театре имени Сабита Муканова. В этот раз в казахстанских театралов порадовал спектакль по пьесе сербского драматурга Бронислава Нушича «Обыкновенный человек». Поставил его таджикский режиссер Барзу Абдуразаков. В чем оригинальность работы, интересно ли было постановщику сотрудничать с артистами, узнала Анастасия Кузнецова. «Обыкновенный человек» – пьеса сербского драматурга Бронислава Нушича, которую он написал в 1899 году. Но до сих пор эта работа находит отклик в сердцах современников. Жизнь во всех ее обличиях. Эта пьеса вобрала в себя все краски самых обыкновенных будней, самых обыкновенных людей. Любовь, поэзия, интриги, смех и слезы. Зритель знакомится с бытом простой деревенской семьи. Был шармада, был спектакль. Мой персонаж – это молодой поэт, парень. Он не только пишет лирику, но и затрагивает политику в своих стихах. Он выражает недовольство властью и из-за этого подвергается преследованиям. Теперь он вынужден сбежать к другу в деревню. Чтобы быть неизвестным, меняет свое имя и попадает в различные истории. И это рождает комедию. Юмор, герои, подкупающие своей искренностью и многочисленные комические ситуации. Пьеса Нушича по-прежнему вызывает интерес зрителей и театров. Ведь сатира произведения имеет свои корни в реальной действительности. Поставить пьесу «Обыкновенные люди» в Петропавловске приехал заслуженный артист Таджикистана, режиссер Барзу Абдуразаков. В казахском театре он работает уже во второй раз. Здесь ее происходит в 1899 году. Да, история сербская история, которую мы перевели с 1899 года на 1960 год, в Сербии, в Казахстан, придумали наш городочек маленький, и в нем играем этот спектакль. То есть наши персонажи не сербы, наши персонажи в нашем спектакле казахи. Легкая любовь, это спектакль о том, что в самом обычном, самом обыденном всегда кроется счастье. Мы просто его не замечаем. В самом обычном человеке всегда таится вселенная. Увидеть в обыденности счастье, наполниться заразительной энергетикой актеров и просто посмотреть на жизнь обыкновенного человека со стороны. Атмосфера в театре была особенной. Ее наполняли неподдельные эмоции как актеров, так и зрителей. Я пришла на спектакль «Карапай Мадам», потому что это очень популярный спектакль в нашем городе и популярный на весь мир. И мне нравится очень жанр комедия. Первый раз пришел. Раньше по телевизору смотрел. В жизни все по-другому. Актеры показали все своими эмоциями. Было очень интересно. Второй раз, конечно, я в этом театре, и мне так-то очень нравится. Это один из редчайших театров, где даже стены улыбаются тебе. Это такой кусочек рая театрального. На самом деле это так. Мне есть с чем сравнивать. И я влюблен и очарован этим театром. Анастасия Кузнецова, Казбек Рыкбаев, новости МТРК.